Скалодром, летний кинотеатр и амфитеатр. Теперь парк имени Никитина – это современное пространство, где могут отдыхать и взрослые, и дети. Место уже пользуется популярностью у местных жителей. В этом лично убедился глава региона Алексей Смирнов. Он оценил работы по благоустройству. Честно, по этому объекту я не слышала негативных отзывов, потому что он очень нужен горожанам. И потому что тут сам природный рельеф, наверное, подсказывает, что территорию нужно развивать. Благоустройство общественного пространства проходило в несколько этапов. Если первые этапы были связаны с трассировкой, созданием большой сети, сетей инженерных, и этих работ, возможно, не так видно, но они, безусловно, важны, то второй этап связан уже с активацией прибрежного пространства. У нас появляется большая красивая набережная, у нас появляется амфитеатр. Амфитеатр непростое инженерное сооружение, оно вмещает в себя еще и водоотведение, выполняет роль подпорной стены, потому что рельеф очень сложный. А еще здесь построили самый крупный в Черноземье скейт-парк. Местные ребята уже пробуют трюки на новой площадке. Еще одна точка притяжения горожан – прибрежная зона. Здесь часто проходят мероприятия для молодежи. В ходе инспекции глава региона Алексей Смирнов пообщался с юными железногорцами, узнал о впечатлениях ребят. У меня только один вопрос. Нравится? Да! А чего не хватает? Всего хватает. Так не бывает. Нужно продолжать слово города, и мы будем продолжать, потому что мы останавливаться не собираемся. Также в парке установили шахматные и теннисные столы и веревочный парк. С этим помогло местное градообразующее предприятие. Егор Горожанкин, Антон Латышев. События дня.